«Здравствуй, Старый Новый Год». Праздничный вечер с таким символичным названием прошел в областном центре накануне. Его непосредственные организаторы, городской исполнительный комитет и совет ветеранов постарались, чтобы мероприятие было ярким, разноплановым и, конечно же, интересным. Один танец менялся другим, совсем не похожим, тем самым чередуя эпохи и варианты па. Такой бал новогодний, да, в рождественские дни перед крещением мы проводим уже в третий раз. У нас уже наметилась целая традиция, чтобы проводить такие вечера для ветеранов. Требуется отдых, моральный отдых людям. Хочется красоты, хочется эстетики. И мы считаем, что это очень влияет на настроение людей в том плане, чтобы сохранять мир на земле. А тем временем на паркете сменялись пары. Здесь собрались люди разных лет, разных профессий. Практически плечом к плечу могли танцевать ветераны Великой Отечественной войны, менявший уже восьмой десяток, и ветераны труда, некоторым из которых нет еще и 60. Конечно же, Новый год – это праздник радости и подарков, а потому, благодаря подключившимся к проведению мероприятия спонсорам, на площадке после каждого танца разыгрывались памятные подарки и сувениры. Ветеранам нужно что? Это общение. Они сегодня пришли такие нарядные, в хорошем настроении. Они танцуют, получают призы за лучший танец. И, конечно, для них это очень хорошо. Людей одиноких в этом возрасте очень и очень много. И сидеть дома у телевизоров, извините, это скучновато. Мы еще такие, как говорится, живые, работоспособные, энергичные. Мы хотим общаться, мы хотим танцевать, мы хотим больше знакомиться, узнавать друг друга. Сейчас Новый год только начался, рождественские вечера. Это праздник, это хорошее настроение. Это всем хочется пожелать добра, успехов, всего самого лучшего. Большое количество известных городских артистов в очередной раз поддержали идею проведения этого яркого праздника. Марина Житенева, Игорь Пашечко, городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля в этот вечер выступали для тех, кто по-настоящему умеет ценить радостные моменты жизни и верит в сказку и чудо. А потому совсем скоро на вечере появился и всеми любимый новогодний волшебник Дед Мороз, который пел, танцевал, дарил подарки и, конечно же, кружился в хороводе вместе с теми, кто решил провести праздничный вечер в теплой, по-семейному уютной обстановке.